Огромное спасибо природе, да и родине за еще один подаренный октябрьский осенний день. Спокойно занимаемся здоровым образом жизни, ходим по лесу и плаваем. Как это происходит, смотрим. Шлю приветик с добрым утром. Пусть полезным будет день. Выбор пусть твой будет мудрым. Отдалей свою ты лень. И удача улыбнется, и душа вновь запоет. Жажда подвига проснется, если ЗОЖ тебя найдет. Повторил я сей привет нынче прямо из воды, как послание, завет, чтоб здоровым был и ты. Закаляйтесь, господа, друзья, товарищи, ведите здоровый образ жизни, и все у вас будет хорошо. Шлю приветик с добрым утром, пусть полезным будет день. Выбор пусть твой будет мудрым, одолей свою ты лень. И удача улыбнется, и душа вновь запоет. Жажда подвига проснется, если ЗОЖ тебя найдет. Повторил я свой привет нынче прямо из воды, как послание, завет, чтоб здоровым был и ты. Ну а сейчас плыть. Веди и ты здоровый образ жизни и помогай зажигать. Господа, друзья, товарищи, ведите и вы здоровый образ жизни. Ну, надо и проплыть, не только куда. Господа, друзья, товарищи, ведите и вы здоровый образ жизни. Ходите по лесу, катайтесь на велосипеде, на лыжах, крестиком вышивайте и будьте здоровы. Хорошего вам настроения и всего самого доброго. Юный бодрый дед за 65 лет, а ныне юный прадед бодрый дед. Господа, друзья, товарищи, ведите и вы здоровый образ жизни. Ходите по лесу, катайтесь на велосипеде, на лыжах, крестиком вышивайте и будьте здоровы. Хорошего вам настроения и всего самого доброго. Юный бодрый дед за 65 лет, а ныне юный прадед бодрый дед. Скай, успокойся. В этот праздничный воскресный день Ритма сама приходит. Только язык немного заплетается. Всем хорошечного, праздничного настроения. Юный бодрый дед за 65 лет. Успокойся. Ух ты. Такой у нас... Чего ты? Вот он, вышел я. Успокойся. Скай, молодец, все поздравления приняты, все. Ну, кого ты там нашел? Скай, кого ты нашел? Или на себя лает, или на... На себя лает. Все, успокойся, успокойся, молодец. Какая замечательная сегодня погодка. Ну, ветерочек немножко начал, а то и вообще его не было. Скай! Перестань! Всю дорожку звуком своим засиренил в этот праздничный воскресный день. 20 октября 2024 год. Ну как-то так, господа, друзья, товарищи. Вот в этот праздничный день я снова вам приветик передал.
из воды. Вот она, эта вода, мой бассейн, пока еще не замерз. Хорошего вам бодрого настроения и ведите его здоровый образ жизни. Удачи вам, юный бодрый дед за 65 лет. Слоган пока не меняю, пусть такой остается. Хорошего всем радостного, праздничного воскресного настроения. Удачи вам. Наслаждайтесь природой. Катайтесь на велосипеде, на лыжах, крестиком вышивайте и будьте здоровы. Хорошего вам настроения и всего самого доброго. Юный бодрый дед за 65 лет, а ныне юный прадед бодрый дед.